певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «Виа Суперстар», которые исполняли ее песни в рамках программы. Первой группой, попавшей под удар артистки, стала Леся Песня, коллектив исполнил «Не обернусь», однако постоянные судьи телешоу поставили номеру 1 балл из 2 возможных, а Аллегрова, которая стала приглашенной судьей, и вовсе оценила в 0 баллов. «Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — пояснила Аллегрова. Второй пшик, 0 баллов, получила группа «Стрелки» в золотом составе. Певицы выступили с песней «Свадебные цветы». Судьи шоу поставили девушкам по 1 баллу, а Аллегрова оценила номер в 0 баллов и раскритиковала «Стрелок» за самолюбование на сцене. Наибольший восторг у звезды вызвало выступление коллектива «Балаган Лимитед». Артисты спели «Угонщицу», и Аллегрова поставила им максимальный балл. «Ребята, это вы шаг для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили? Такое я принимаю на все 100%», — подчеркнула исполнительница.